Всем привет! Сегодня мы с вами зайдем в магазин H&M, посмотрим, что нового завезли, цены, ассортимент. Также не забывайте о конкурсе, которым я объявила 1000 подписчиков до Нового года. И мы разыграем с вами духи и набор кремов. Также хотела вам сказать, что в воскресенье выйдет видео из аутлета Metzingen. Я была в магазине Велерой Бух. Хочу вам показать, какие цены в аутлете на этот бренд. Поэтому заходите, смотрите. Цены вас удивят. Ну и вот такой вот красивый свитерок нас встречает. С гипюровым рукавом. Немножечко пайеток. 40 евро. Ткань очень мягенькая, приятная. Также в H&M есть шубки, вот такая длинная шубка, 140 евро, но смотрится красиво, даже если она искусственная, такой мягкий, даже лощеный. Поэтому я думаю, что как она в носке будет, не знаю, но на вид изначально смотрится хорошо. Такой вот красивый пиджак глубокого зеленого цвета. Шалевым воротником, вот так вот смотренько, 40 евро, и качество пошива очень-таки приличное. Дальше мы с вами видим курточку из меха на резинке, 90 евро, но смотрится очень красиво. Вот такая меховая безрукавка, 70 евро. Ну, для Европы это нормально безрукавок, а я не знаю, как для других стран может быть непрактично. Дальше мы с вами видим свитерочки с такими пуговичками золотистого цвета на рукавах. Смотрится неплохо, хорошо, качество хорошее, ассортимент разных цветов, также есть без горла, есть как с горлышком водолазки. Ну, такой хороший практичный свитерочек. Цена 26 евро. Такой вот красивый серый пиджак, очень красивая фурнитура, очень добротная ткань, подклада, очень хорошо пошит, то есть претензий вот к H&M в плане пиджаков нет совершенно. Мне очень нравятся у них пиджаки, и фурнитура тоже смотрится красиво, добротно. Такая вот красивая безрукавка, 26 евро. Я очень люблю безрукавку, и такая вот нарядная, ее можно обыграть, одеть в поясок, практично, тепло. Дальше мы с вами видим ассортимент джинсов. Они зауженные, по 30 евро, цвета разнообразные. То есть есть что выбрать. Хочу вам сказать, что вообще H&M как магазин, очень часто меняются коллекции.
такие вот сапожки, 46 евро. Они легкие. Ну, я не думаю, что это кожа, это, наверное, какой-то кожзам. Ну, смотрятся хорошо, легенькие. Как очень часто бывает, что очень тяжелые сапоги, то эти можно взять на сезон, хватит. Леггинсы под кожу со стрелками, внизу на замочке они, на щиколотке, 26 евро. Вот такие вот нарядные сапожки-чулки с красивым носочком, 60 евро. Ну, они такие вот весна, ранняя осень, это такие вот, сейчас они. В Германии можно в них ходить, но я думаю, что в других странах. Ну и плюс они чулки, эти ткани. Такой вот дальше нарядный свитерок с бусинами 50 евро. Дальше мы с вами видим косуху 60 евро для любителей такой одежды. Ну, она без мета, без навыка. Камушками 40 евро, ну, уже нарядные. Такая вот куртка меховая, 80 евро, ну, она вот до середины бедра. То есть вы должны учитывать, ну, для машины, кстати, очень подойдет. И вот без рукавочки с горлышком 18 евро разных цветов. Ну, это такой более потоньше продаж. Также есть брюки трикотажные по 23 евро. H&M разных цветов, ну, как для домашней одежды, вообще прекрасно. Вот такие джинсы по 26 евро, зауженные к низу, тоже в ассортименте разных цветов. Такой вот красивый кардиган 40 евро с красивыми пуговицами нарядными. Дальше мы с вами видим такой красивый синий свитер 40 евро. Хорошая стоечка, воротник. Вообще очень смотрится и цвет красивый очень. А здесь дальше мы видим тоже шубки светлого цвета с отложным воротничком, 60 евро, тоже очень красивые шубки, красивый мех, хотя это все искусственно. Такая вот тоже бедромочка, 70 евро, ну такая вот до середины бедра будет. Можно не запоминать цены, знать, что они все по 40 евро.
Такие вот водолазки по 26 евро, разных цветов, то есть ассортимент есть. Малиновый костюм, свитерочек стоит 40 евро, брюки на манжете 30 евро, можно как костюм, можно по отдельности купить, и даже в плане домашней одежды очень удобно, но я думаю, что даже можно по улице идти. Что-что, костюмы будут очень красивые, домашние, такие трикотажные. Очень красивые это чемпион пиджачки, 70 евро, вот это как гусиная лапка, красивая фурнитура. Рядом тоже 70 евро, черного цвета, что-то похоже на твид, но это, я думаю, что не твид, но смотрится красиво. Один 70 евро, тоже очень красивый, светлый такой вот, и нарядный, и строгий, для повседневных образов, очень красивый. Еще к нему идут шорты. Шорты 33 евро, но они такие укороченные, конечно, для стройных девочек. Такие вот топики по 23 евро, ну, наверное, как под пиджачок. Наверное, я думаю, что они вот назначены больше под пиджак. Дальше мы видим с вами кардиган 40 евро. Скорее всего, вот тот топик предыдущий, наверное, под этот кардиган тоже. Они и по цвету похожи. Ну, я думаю, под пиджак тоже будет неплохо. Дальше мы с вами видим джинсы по 30 евро. Здесь немножко другая модель, с резинкой. Внизу тоже зауженные, но вот уже различие пояс с резинкой. Более практичные, если кто-то любит. Уже такой вариант. Черного цвета за 60 евро с отложным воротничком. Такие вот туфельки за 50 евро. Ну, они лаковые, но это не кожа. Не знаю, как они будут носки. Еще вот такие пиджачки по 60 евро в черном цвете и
бежево-молочный цвет. Вот такой вот был небольшой обзор магазина H&M. Это я снимала в Штутгарте, Германия. Подписывайтесь на мой канал. Помните о нашем конкурсе духи, 2 набора кремов. Также видео выходной будет с аутлета Мэтцинген, где мы с вами посмотрим Вильяруй Бог, цены. И также не забывайте подписываться, потому что я планирую сделать конкурс, и на розыгрыш будут призы от фирмы Вильяруй Бог. Всем удачи, до свидания!